Что вам от меня надо? Я буду недостаточно места для сооружения этого здания. Я буду работать. Что вам от меня надо? Это непростая работа. Не делайте мне больно. Здание сооружено. Я буду работать. Какой тяжелый. Наша работа выполнена. Я голоден. Я постараюсь справиться побыстрее. Я сделаю все, что в моих силах. Что вам от меня надо? Готово. Здесь недостаточно места для сооружения этого здания. Хорошо, хорошо. Я буду работать. Я подчинюсь. Да. Ты слишком часто меняешь свое мнение. Я делаю то, что мне сказали. Я буду работать. Нехилая была работа. Я буду работать. Здание сооружено. Что вам от меня надо? Я делаю то, что мне сказали. Мы ищем противника. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Да. Мы ищем противника. Мы ищем противника. Разведка в вашем распоряжении. Скорее сюда. Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко. Мы ищем противника. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Да, ну, я пойду? Не делайте мне больно. Я голоден. Здесь недостаточно места для сооружения. Что вам от меня надо? Я сделаю все, что в моих силах. Да. Что вам от меня надо? Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Я сделаю все, что в моих силах. Готово. Я нанесу удар по первому. Что, ваша работа выполнена? О, сколько здесь ресурсов. Я буду работать. Мы должны отстоять его землю. Тихо, я чувствую, что вас не совсем не искали. Что? У меня не хватает терпения. Иду. Не злите меня. Нехилая была работа. Нехилая была работа. Сооружено. Разве мы не можем жить в мире? Здесь недостаточно места для сооружения этого здания. Воин, я не могу начать здесь строительство. Хорошо, хорошо, я буду работать. Что вам я от меня работать? Надо? Я подчинюсь. Сюда это здание не вместится. Что вам от меня надо? Я не могу начать здесь строительство. Разве мы не можем жить в мире? Сюда это здание не вместится. Я сделаю все, что в моих силах. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Я всего лишь крестьянин. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Воин дал. Наша работа выполнена. Разве мы не можем жить в мире? Хорошо, хорошо, я буду работать. Это непростая работа. Модернизация завершена. Я подчинюсь. Здание сооружено. Что вам от меня надо? Собран. Все работает. Канаты затянуты. Просто покажите мне, где они. Надеюсь, все это будет не зря. Грузу. Око за око. Воин Бал. Давай посмотрим, что мы нашли. Будьте настороже, мы обнаружили вражескую пульсарную пушку.
Четверо готовы. Не злите меня. Останках. Надеюсь, все это будет не зря. Просто покажите мне, где они. Давай посмотрим, что мы нашли. Молодец, генерал. Вы получили повышение. Что я могу сказать? Мне никогда не бывает достаточно. Мне нужно несколько вещей. Просто покажите мне, где они. Надеюсь, все это будет не зря. Давай посмотрим, что мы нашли. Надеюсь, все это будет не зря. Давай посмотрим, что мы нашли. Грузу. Мне никогда не бывает достаточно. Мы можем я буду ковыряться в твоих останках. Давай посмотрим, что мы нашли. Мы должны отстоять свои сервисы. Закончились. Сядьте. Все работает. Это ты зачем, ты? Воин Бал. Толкайся! Мы можем использовать наш шторм скат. Наша база под огнем! Я в голоде! Что вам от меня надо? Что? Не злите меня! Не толкайся! Разве мы не можем жить в мире? Я нанесу удар по первому, кто пошевелился, как вот. Я голоден! Ты слишком часто меняешь свое мнение! Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Четверо готовы. Отходил подземный. Мы можем использовать наш шторм скат. Воин-бал нужно напасть на них прежде, чем они сами это сделают. Нужно напасть на них прежде, чем они сами это сделают. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Наш шторм скат запущен. Наружу черный лотос противника. Воин Бал. Наш шторм скат запущен. Ресурсов больше нет. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Наши дома в опасности. Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Воин Бал. Иду. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Что? Буду на месте. Да-да. Что? Начать стыковку. Не толкайся. Буду на месте. Да-да. Не злите меня. Пушка кот. Что? У меня не хватает терпения. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Четверо я готовы. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Жестокие твари.
Воин Бал. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Я подчинюсь. Сюда это здание не вместится. Скорпион, это непростая работа. Свое жало. Я всего лишь крестьянин. Мы ищем противника. Скорпион готов выпустить свое жало. Мы ищем противника. Я голоден. Ты слишком часто меняешь свое жало. Хорошо, хорошо, я буду работать. Готово. Танк собран. Мы ищем противника. Теперь у нас есть ракеты. Мы модернизируем наше бронебойное оружие. Уничтожай. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Мы ищем противника. Мы можем использовать наш штормскат. Здание сооружено. Скорпион готов. Мы ищем наш штормскат запущен. Мы ищем противника. Я подчинюсь. Мы можем использовать наш штормскат. Что? Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Мы не можем жить в мире. Воин-бал. Я голоден. Хорошо. Буду надеяться, что сегодня мне повезет. Ты слишком часто меняешь свое мнение. Воин-бал. Что ж, это счастье. Неужели нужно так далеко заходить? Но это может быть больно. Хорошо, хорошо, я буду работать. Это непростая работа. Четверо готовы. Скорпион. Мужества у нас хватит. Готово. Ничто нас не остановит. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Разве мы не можем жить в мире? Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Наш штормскат запущен. Наше дело правое. Атакую! Пехота мужество приведет нас к победе. Я голоден. Неужели нужно так далеко заходить? У меня не хватает терпения. Не делайте мне больно. Буду надеяться, что сегодня мне нравится. Что ж, попытаем счастье. Да. Хорошо. В бой! Я голоден. Могу я одеть туфли? Мы победили!